Я вам сейчас демонстрирую. Ну, сначала вот так вот, ну, чтобы просто выебнуться, да? То есть вот на мне сейчас кофточка 47, но потом 50% скидка, а потом еще скидка, ну, просто так за красивые глаза. Потому что это Кирилл. Ну, да. Вот, значит, тут тоже шортики написано 11900. Ну, это такие. Я, значит, взял, смотрите, шортики для прогулочки по Ростову. В Москве в таком нельзя гулять, ага. Потому что прохладно. Ага. Ростов вообще самый хайп. Вот. Так вот. Как называется бренд? Бренд, говорит. Это... Бренд. Баронио. Баронио. Барон! Я Кирилл Баранио. А это Баронио. Да. Вот, ну, короче, такая тоже темка. Там такие штанишки просто... Проходочка, проходочка, Кирилл, проходочка. Так, давай. Такой. Громкая и яркая. Штаны, ну, как бы, вот такие штаны. Да? Угу. Вот, ну угу. И, собственно, такая рубашечка льняная. Льняная. Лен, да? Хорошая. И, ну, вы только гляньте на эти штанишки, нахуй. Только посмотрите. Арабский шейх едет, да, с караваном. Верблюды, все пиздец. Там, ага, ковры, шторы, шелка. Ага. Ну и мы ограбили шейха. Шейх теперь сидит, блядь, да, без ковров. Вот, такая. Одни специи остались. Да? Красиво, такая, красиво. Рубашечка просто с бицушечкой. Сейчас она порвется уже от моей бицухи. Но... Ты как Федор Емельяненко, да, с этой. Вот, ну такая. Ну, то есть это уже, да? Это тоже майк. Они у тебя прыгают? Напрягай. Ёб твою мать. Вот, ну такая нормальная тема, да? Плюс чат кто кончил уже. Ну такая чисто. Угу, угу. Угу. Да? Угу. Ну, угу, машина. Угу, угу. Оп! Оп, под мыху занюхали. Оп, нахуй. Ебать. Вот. Да, да. И теперь начинается настоящий хайп, блядь. Сейчас, девочки, блядь, берегите свои писи, нахуй. Ебать. А? В GTA Online вышло однажды обновление, где разработчики поняли, что у игроков слишком много денег накопилось. Блядь. Дай, да, примерю верхушечку. Не, я хочу, чтобы еще обратили внимание, я прошу прощения, где, да, эта надпись, да? Ну это надо застегнуться. Да. Versace джинс. Versace в коллаборации с Couture мне сшили лично. Ебать. Это, блядь, Versace, чел. Это нахуй Versace. Это Versace. И там написано без ошибок, если что. Вот, ну такой. Да? Ну такой, чисто. Нормальный типок. Точно, чел подсказал правильно. ОСТ модный приговор. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Но все здесь строится от штанов. Mm-hmm. Сейчас будет немножечко другое продемонстрировано. Это 60% хлопка там, если да, что. Да, 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 да. Готов? Ебать, дамы и господа, нахуй. Жилеточка, блядь. Блядь, вы посмотрите сюда. Вы только гляньте. Вот. Но это еще не конечный образ. Смотрите, тут этот. Галстучек. Да, да, да. Он, да, да, в кармашке должен. Снайпер шел в комплекте. Если вы понимаете. Вот, это охрана. Вот, ну такой, да, такой чисто выйти. То есть это мне, вот когда мы идем издеваться над официантами в ресторане. Это в этом нужно идти. Это костюм. Спецодежда для издевок. Да, 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 да. Это стоит вот столько. Ебать. Топик, нахуй. Блять, посмотри сюда, блять. Посмотри, нахуй. Ебать, ты только глянь. Бу-бу-бу, нахуй. Я ж покраснел, наверное. Скыр-скыр-скыр, ёпта. Это пиздец. А, значит... Это очень красивое. Это круто. Написано, значит, Versace Jeans Couture. Versace Jeans Couture. Yes, 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 yes. Versace. Жакет женский. Мужской. Да, да, мужской. Мужской, жакет. Только вот. Мужской. На подъезде за 100 километров от въезда в Ростов за это уже расстреливают поезд. Говорят, ебучий мексиканец. Да, да, это просто охуительно. Значит, сейчас могу застегнуться или могу так? Это просто, это, я не знаю... Бля, это икона стиля, нахуй. Это тетя Наташа, блядь, из 6-го подъезда. Такая охуенная. И такая, не такая, как все. Бля, это разъебало. Не, мне честно, мне нравится... Это странно, это бешено, это... Но это мне нравится почему-то. Я бы такое носил бы. Вот. Я считаю, это аплодисменты.
Аплодисменты. Спасибо. Спасибо, босс. Вы лучший. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот это... Ну, это просто выебываться именно... Ну, я говорю, клипы, концерты, видосы смешные. А вот когда, может, какой-то концерт у вас там? Да, если бы. Угу. Угу. Если ну, бы. Ладно. Так в итог суммы какой? Так, что это вышло? Что вышло? 288 400. Бля, нихуя я закупился, ребята. Не, что-то маловато. Ну, я думал, это, что я 1500 закупился. Типа, это без сапогов и шляпа, брат. Да, да. Теперь, теперь мы пересчитываем все то же самое, но со скидкой. Это 5, это 7. А, не, ну близко. Но я в итоге взял за 48 000 рублей.